для чего и над чем поднялась звезда, кроме серых, неладных, скупых камней. В этой крепости лучшего нет труда, чем стоять за нее или вместе с ней. Если день продержались, и то не зря, для того и удача нужна войскам. Господа офицеры, да что терять, кроме этого неба и этих скал. Есть кому, кроме нас, подвести итог, это нам не сходить со своих высот. Может, мир и считает до четырех, но под горкой пехоты по 40 сот. Это нам не вникать в переблеск и трюк и не верить излишне красивым снам. Может, где-то создатель хранит тайны, но граница Талида осталась нам. Отдыха лучше нет, чем смотреть на закат и крутить усы, ожидая, что завтра другой рассвет будет брошен войной на ее весы. И останется драться и победить, для того, очевидно, сюда пришли. Господа офицеры, кому сердить?